Масштабный фестиваль движения прошел в Твери в минувшие выходные. На время проведения фестиваля набережная Степана Разина от улицы Дементьева до кинотеатра «Звезда» стала зоной спорта, отдыха и прогулок. Растяжка, пресс, силовые тренировки. Все выходные заниматься спортом можно было на открытой площадке с видом на Волгу. Бесплатные занятия для всех желающих подготовили тренеры фитнес-клуба. Сегодня у нас проходит тренировка Athletic Body. Мы работаем с девочками на все группы мышц. Мы проработали ноги, ягодицы, пресс. Все горит. Девчонки сейчас отдыхают, восстанавливаются. У нас последний круг остался. В общем, если вы хотите быть такими же спортивными, здоровыми, как мы, присоединяйтесь к нашим тренировкам на свежем воздухе, под открытым небом. Отличная погода сегодня. Нам повезло с погодой. Отличное настроение. Все супер, все круто. На тренировку пришли хорошо подготовленные и экипированные участники и те, кто решил присоединиться спонтанно, прогуливаясь по набережной. Независимо от уровня подготовки, такие занятия на свежем воздухе пришлись по душе каждому. Очень круто, хоть и сложно, но мне нравится. Очень позитивно. Я студентка, мне некогда вообще заниматься. Вот сейчас я рада, что наконец выбралась, потому что очень скучала по нагрузкам. Это здоровье, это счастье, это дух, это сила воли, это вообще счастливая семья, вообще семьи, которые занимаются спортом, вы классные, вы молодцы. На фестивале можно было приобрести и фермерские продукты, товары хендмейд и натуральную косметику. Для предпринимателей это отличная возможность заявить о себе. Очень много людей, много новых знакомств и с жителями города, и с приезжими, кстати, это тоже очень важно. Много возможностей для того, чтобы рассказать о своем продукте, о том, для того, чтобы посмотреть чьи-нибудь еще какие-нибудь интересности. Фестиваль движения продлится в течение всего июня, каждую субботу и воскресенье.